Если будет немножко Hearthstone на часа 3 и часа 3-4. И продолжать Walking Dead. Короче, видите, работаю каждый день. Множество часов. Аки Папа Карло. Да, Алекс? Ну ладно, давайте продолжим играть. Долгий путь. На поезде поедем, прямо как в темной башне. Инга. Завтра будет кооперативная потасовка. Ну, интересно, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Заявочка интересная. Да, классная картинка Пушков. В предыдущих сериях. Капитан Хан подписался. Спасибо за подписку, Капитан Хан. Добро пожаловать. Тусуйся с нами. Насколько понимаю, в зависимости от наших решений, сюжет может немножко меняться, небольшое ответвление, но общее движение сюжета все равно неизменно, мы все равно уедем. Поэтому, в общем-то, не суть, какие решения принимаем, можно более-менее фаниться, принимать любые решения, которые тебе нравятся, все равно ты на игру сильно не повлияешь, ну, на главный сюжет. Поэтому можно играть в свое удовольствие, не особо запариваясь, просто как можно забавнее и интереснее. We needed to survive. Какой ты сегодня? Кровожадный или дружелюбный? Да, продолжаем смотреть кино. Игра будет адаптироваться под наши действия. Шит. Кто бы мог подумать? Давайте лирическое отступление. Ром, Го, кто хочет стать миллионером как-нибудь? Я буду донатить. Давай, и давай, вообще легко, изи. Если облажаешься, больше вопросов не будет. С удовольствием. Миллионером не станешь, но я поищу сумму и хорошие вопросы. Шикарно. Как тебе такое? Отличное предложение. Готов играть круглые сутки. Видимо, все еще там в Мейконе. Сегодня нам повезло. Может, все пройдет гладко? Возможно, мне это не нравится. Но все это три пустые фразы, они несут никакого смысла. Возможно, глубокомысленно заявил я. Это же не разве, это разве выбор? Не, это просто иллюзия выбора. То ли дело в бесконечном лете. Вот там апокалипсис. Мне очень нравится, как нарисована эта игра. Нарисована шикарно. Может, тут не миллиард текстур и полигонов, но общий стиль же классный. Бергом, таков бог киберспорта. Должен ехать, нам нужно остаться. А вот и решение, кстати. Ну, я думаю, в результате все равно уедем. Ну, давай уедем, ладно, все равно уедем. We pile into the RV and don't pull over till we see water. And if Lily's dead set on staying, then, well, that's the way it goes. Почему он так хочет к воде? Почему он думает, что в океане будет безопасно? Ну, у океана будет безопасно. Типа какой-нибудь полуостров найти и там обороняться? А как есть? Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. А почему в прошлый раз все припасы не забрали? Hey, we're out of options. Something's better than nothing. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Что нужно сделать с лестницей? Ну пойдем. Лестница. Она не обвалится, интересно, под нами. Да. Но ты можешь ее приставить все равно, приставить в фургон и залезть. What now? I'll find another way up. Better gonna move on. Окна. They're blocked by all the fallen concrete. И бетон. А.
толкнуть джип. Давай толкнуть джип. Looks like it still works. Тетка. Lily's not doing so good, huh? Ну мы же убили ее отца. We did kill her dad. Так, и что это мы сделали такое? Для чего это нужно? Как мы это будем использовать? Посмотреть на бочка. Посмотреть на бочка. Зазвоните текст. Посмотреть на бочка. Глубокомысленно. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. What'd he say? He just woke up in the middle of the night, screaming his head off. He thinks he killed Herschel's son. Oh, Christ. I'm sorry. Fact of the matter is, we did. You're sure you're up for this? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Shit! Ядрит ты, зирок. Мы еще и нашумели, сейчас зомби палит, он уже быстрее. Что случилось? Вот новую женщину нашли. What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. It's a girl. We have to help her. How? There's no getting to her. We gotta do something. Ой, все, ее укусили. Да, все, ее укусили, забей. Gotta shoot her. Put her out of this mess. You don't know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive, and she draws them all to her. Да, звучит неплохо, да. Пускай они сожрут, ладно. Не, не надо. Пусть живет. Пусть они сожрут. Я посмотрю, как они сожрут. Ну давай, давай, сожри ее. У меня время, смотри, ограничено. Ням-ням-ням. Вы решили бросить девушку, ну да. Да, да, что вы думали? Вот так вот все, серьезно. Взяли. Берем, все берем, все, что плохо лежит, давай, все берем. Взяли три вещи, сколько надо взять? Пять вещей. А для чего этот счетчик нужен? Все ли я взял или что? Not much time, время ограничено. Взяли 10 вещей, батончики. Батончики, ребята, лежат в аптеке.
батончики, батончики, прокладки и аспирин. Все это нам, все это очень нужно. Ну, перемахни давай, перемахивай. Ну ты, перемахивай. А, вот. Блять. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ставь дверь на место, давай, ставь дверь на место. Ну, давай, 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 я же клацаю. Какой крепкий. Ну, да наверх, на место было ставить. Давай, ставим в холодильник. Нормально. Ну давай, бежим, бежим, бежим. Чё стоишь, ты чё смотришь? Бежим. Ой, какой ты красивый. Ты, ты космонавт, ты космонавт. Ну так, ну надо, он же нигер. Слушайте, мне что-то, судя по управлению, кажется, что это игра для приставки, нет? Какое-то управление совсем наркоманское. Прощай, космонавт. Буду звать тебя Гагарин. Ты больше на летчика похож, военного. Хороший, плохой, ну. Хороший, плохой гном. You're back. Ben found some stickers. Сейчас я окошко открою, ребят. Hey, sweet pea. That's neat. I'll find you in a minute. You're back. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone. Come and rape our women and children. Huh. So, what did you get? Много всего достали. We're fine, by the way. Nice work. This'll keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. Зиму, вы что, с ума сошли? А кто нам будет поставлять газ и горячую воду? Не-не, надо ехать. Что тут зиму-то делать? Кто нас будет обогревать? Easy, Kenny. So... You two are, having a disagreement? Cool it, Doug. Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, Doug. Как думаете, заткнуть их или сказать, что вместе мы сильнее? Может, заткнитесь, вместе мы сильнее? Ken, ну ладно, хватит тут всех затыкать. We're strongest together. It can't be you versus us, Lily. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. That's BS, Kenny. And you know what about medicine? Короче, разберем по ходу дела. Отложим решение. Just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? What then? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. I want is a week of peace, of not hearing it. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Like bait? God, what is happening? You weren't out there. There was no saving her? Don't take that tone with him. It's the first smart thing he's done in a while. Glad to know you think being a killer is smart. Hey, if you don't agree with it, then we'll take everything we got in these bags and put it in a pile marked No Hypocrites, and you can use everything else. She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right.
We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth, and it's coming this way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing! And I know the list of people I can trust here gets smaller every day! Now everybody get out! Кто тут тырит припасы? Ага, какую-то игру напоминает. Она успокоится, она права. Доволен Кенни? Доволен Кенни? My family's alive and that RV is running. Goddamn right I am. Everyone is under great stress. She's right about one thing. None of this is getting any easier. Тоже тырит припасы. Ты тыришь припасы? А ну говори давай. Ты толстая, явно прожорливая. Rough day, I guess. Или нет, ты тоже толстый. I don't know what it is, but it's probably worth talking to Lily about things going missing. Ever since her dad died, she's been a live wire. And now, if she's paranoid, that's a bad mix. Смотри, Жирный говорит, что Лили, которая говорит о пропавших припасах, параноичка. Короче, он пытается замести свои следы. Типа, она дура, ничего не пропадает, я ничего не воровал. Вот он что хотел сказать нам. Открыть номер Лили. Ну, пойдем. Зайдем к ней. Хотя сейчас меня тут встретят и скажут, что я ворую припасы. Нет, ты тут сидишь дома. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? Хочу разговаривать о припасах. Ну давай, давай поговорим о припасах. Где колбаса? Где колбаса? Где кошачий корм? Алекс интересуется. And you came in here to confess? I'm not stealing shit. I came in here to help. There's a traitor. Somebody, one of us, out there. He or she or they have been taking things. И что он с ними делал, с этими припасами? Давай, давай. Какие ваши доказательства? Кокаинум! Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Ладно, мне вот этот пухлый сразу не понравился. Я думаю, он на опи. Проходи, Алекс, проходи. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. Хорошо, ладно, логично. Thank you. If you don't find anything, I'm just going to assume it's you. Логично, еще не найду, значит, а я. A mystery. Jesus. Студентишка, думаешь, пиздит? I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the Grace Detective, and I could be Dick Grayson, your ward. That's Robin. You stupid. You know who it is? Можешь помочь, не говоря никому, если кому-то будет проблема. Ну хорошо, давай, давай, ты Робин. Давай поиграем. Okay, you're Robin. Yes. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Так, ладно, продолжаем искать. Дак поможет. Отлично. Да, на Дака можно положиться. Здорово. Ну тебе фонариком в глаз. Hey, Clementine. Hey, Lee. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow. Did you do that? Yes. Девка хороша, конечно.
Hey, you two. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now, and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. How are you, Lee? Вы, ребята, всем доверяете, он уже подружился с Лили. Давай, про фонарь. Фонарем в глаз давай. А ну говори, что знаешь? Что знаешь? Yeah, it's a problem. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot, though. Насчет пистолетов. About the guns. Александр Пистолетов. Не сомалийский и не карибский, а я замбийский новый пират. Насчет пистолетов. Ладно, пойдем стекло посмотрим. Пойдем посмотрим стекло. Где-то тут было стекло или не тут? Стекло. Говорит Клементина. Зачем? Что я говорил? Ну, пойдем поговорим с Клементиной. Hey, Clementine. Hey, Lee. Что делаешь? Привет, как дела? Что делаешь? How the leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See, it's the same. Kind of. Oh, that's really something. I'll make one for you, too. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah, that'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Okay. Так, ладно, поговорим с Клементиной. Интересно, наверх можно подняться? Здесь тупик. Эй, наркоман, ты зачем тыришь у нас тут все подряд? Хайя. Что скажешь про фонарь, пес? Do you know anything about this flashlight? Well, I can tell you. Wait. I know you know everything about this flashlight. I'm asking if you know how it got busted. Lily found it in the dumpster. Oh, no, I don't. I'll keep my eye out for some suitable parts, though. That'll give me something useful to do. Над чем ты работаешь? I'm just trying to focus on the wall. Anything I'd like to contribute needs batteries or tools I just don't have. I'm tearing down this furniture to patch up the wall. If we go on like this, we'll have half the Travelier piled up out here before we know it. The wall's important. I guess. I feel worthless on watch because I'm not wild about guns and... I just wish I was more helpful. I'll catch you later, Doug. Sounds like Kenny actually has that thing running. I'll believe it when I see it. Так, картинки. О, стекло. О. Something drawn there. Рисуем крест. Мелом. Chalk. Pink. Duck. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. Не, пацан наркотики тырит, точно, по нему видно. Weird. Okay, back to investigating. Да, мелом дети игрались, очевидно, а фонарь сбил ворот. Это ж не связанные события. Чё за херня? Чё за херня? Ну, крест, ну да, но там же дети играют. Что-то у нас есть. А, мы сейчас про крест поговорим. А ну, крест. Ah, yes. Clementine loves to draw with it. Yeah, of course. I'll talk to her. Слышь ты,
Зачем наркотики воруешь, Клементина? Клементина! Hey, Clementine. Haley. Do you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Его кто-то спёр. Do you want blue? No, no, it's okay. Lee. I found something. Привет, Фубо. Я нашел кусок розового мелка и след от него за воротами. Totally. Слушай, пацан не такой тупой, чего ты прямо убежаешь-то? Что это такое, я не понял. Это дать 5? Это что-то подобрать? Ну давай дадим пацану 5, он старался. Что за херня? Мы же ему 5 дали? Вы оставили Дага висеть. А, я просто не успел. Черт, Дага обидели. Ты сломал фонарь? No, mom and dad won't let me touch any of their stuff. Lily neither. That's probably for the best. Так, ладно. Ты вроде что-то знаешь. No, I'm a good guy. Так, прекратите спойлерить. Have you found anything else? Just the chalk. I also found some bugs underneath the stairs. Don't tell Clementine. Okay, I won't. Stay inside the gate. I will. Так, ладно. Это у нас лежит. Марить на следующий. Ага, еще мелок. Давай соберем его рукой. See, I did good, huh? Yeah, Duck, you did. Duck, я-то думал, ты дебил. You stay here this time. Seriously. Okay. Прийти надо, да? Вот отстой. А вдруг там зомби? Обратно, что ли? Нет, это просто вернуться. Нет, неинтересно. Пойдем наружу. Да, давай наружу. Я думал, может, там что-то можно сделать. Ну, пойдем искать. О. Слушай, а может кто-то ворует припасы и дает их бандитам в обмен на что-то? Кто знает? Наверное, так. Выходит наружу, там торгует с бандитами тайком. Предатель, точно предатель. Не просто воруешь, обшернуться, а прям торгует с бандитами. Так, ну что, мы же взяли. Вот, точно, смотри, мы нашли заначку для передачи. Видишь, обмен. Ребята, Эркюль Пуаро в действии. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall. And there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay. We line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? Y'all got our people out there! Ага, это бандосики. What do we do? Lily. Shit! They're gonna start kicking indoors any second. Lily, what the hell are you? Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Что за дерьмо? Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Можно договориться, чем это делать. Вам, дебилам, лучше убраться отсюда. Я думаю, хороший план, да? Вам, дебилам, лучше убраться сюда, да? We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't giving second chances. It was a mix-up. We'll make it worth your while. I'm listening. Может быть, припасы оставим, а все? Мы можем поделить, нет, все, все, не надо сразу все, надо торговаться, торговаться. Or we could just kill you and take it all. And what about when they run out? When you don't have us out there collecting them for you?
Well, I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. Man, shut up! Oh, Christ! Oh shit! Неплохо. Что-то они какие-то неловкие нападающие. Ну и второго друга сидеть. А что этот не стреляет? Боже, их по очереди убивают как-то медленно, они не сопротивляются. Супер неловкие бандиты. Ой, как это их дохуя. Хрена себе. Хрена себе там, братвы. Now, get over here, hurry! Ma'am, you saved our asses. Get inside. Hi there, RV! Help! Katya, hang on! Katya, держись! Держись, Katya! Ой, хорош, хорош. Тут, слушай, бандитов тут просто целая армия. Что ж вы с зомби-то не воюете, а? Что ж вы все к нам-то лезете? Сами себя обеспечивайте, большие. Катя, быстрее! Ой, ой, Катюшка! Катюшка! Ладно, так и быть. Нажмите АЛД, чтобы передвигаться между курить. Ну, в голову, наверное, да? Ой. А, я понял, я понял. Они прут с обеих сторон. Right side, walkers on the right, он говорит. Давай, справа, справа там кто-то. Не, ну справа далеко. Лево они явно. Так, я очень успешно обороняюсь. Целую армию мертвецов остановил. Целеноид и молотком. High Technologies. Давай, поехали, что тут одна останешься, дура, поехали. Выёживаешься еще. Поехали. Jesus, are you okay? I'm fine. I'm fine. Oh shit, oh shit, oh shit. И что мы там живем? Sorry, calm down. We need to figure out why this happened. Nobody died. У меня тоже небольшой зомби дома, ребята, есть. You're okay? We just lost everything. But we have our health. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Это в игре были звонки. Somebody was working with them. Whoever it was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Ben, I think we need to talk. Whoa, what? Lily, let's think about this logically, no? Logically? The new guy who could have easily been a plant? I think that's pretty logical, Doug. You think I'd do anything to hurt you guys? Почему Бен? Давайте выясним. Пусть предъявит свои аргументы. You could kill us all and you could join them? Why Ben? What makes you think it was him? He's always so eager to see what supplies we found. He came into this crew a stranger from the woods. It's pretty cut and dry to me. I came into this crew as a stranger. So you're saying you did it? Nobody did anything. I know I don't get wrapped up in the politics around here, but we really need to think before we start stringing somebody up. Doug, I appreciate. Слушай, разумно говорит. You have all the evidence we need. You have evidence? Doug прав. Нужно разобраться. Что-то сразу-то. We found an entire signaling system. Doug's right. Let's just get on down the road. We can talk this out like adults. Why give someone who almost killed us the opportunity? Lee, you know what we found. Just let me out of the car. I'll go. I didn't do it, but I'll go. Good. That sounds great. Lily, look at him. Fuck. G,
Jesus, I didn't. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Это же очень просто. Смотришь в глаза и врешь. Изи. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты не делал. Я не убивал ни одного зомби и ни одного человека в этой игре. Честное гномское слово, друзья. Поверьте мне. Я чист, невиновен. Вот так надо делать. Да, дорогая, ты прекрасно выглядишь. Нет, это платье тебя не полнит. Нет, ты не поправилась. Нет, подружка у тебя страшная. Изи, о чем речь вообще? Нет, мама, я не курил за школой. Да, я сделал уроки. Осторожно. Опасно, прекрати. Что ж ты за гомосек? Тоже мне детектор лжи. Я думаю, это он, не может быть кто-то другой, я не делал этого. Почему либо он, либо кто-то другой? А где вариант? А хер его знает, больше ничего, нам ничего не известно. Давай я не делал этого. Бен этого не забудет. Окей, fine then. Кенни? I don't know, fuck, just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine. Ну все, ты тетка его сломала. I can see that. Do we need any more evidence than this? Evidence or not, this isn't any way to treat one of us. I've heard enough out of you, okay, Doug? Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben? You have until Kenny kills that walker to tell me it was you. No! Ben! Lily! This is about trust, and I've never trusted you. Lily, lay off. I can't, Lee. You know I Please can't. Please stop. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. Please, let's just get back in That's the RV. That's not happening. I can't handle this. There. I got him. Now. What the fuck's the problem? Ben! No! Охренеть. Не, ну баба совсем ебанутая. Ее первой надо пристрелить. Она просто ебанутая. Drop it. Просто дура. From the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. Да, да, отличная идея. Пошла ты в жопу, дура. I'll die out here. Да, 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 давай. Так тебе и надо. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Ой, ну все началось. То старое помянет, тому глаз вон. Нет, давай скажем, что он свистит. Ой, какая она вдруг стала уязвимая. Ты посмотри. Не бросайте меня. Что я тут буду делать? Иди покорми собачек там в лесу. Ли? A word, please. Что с ней надо поговорить? What's up? Is Doc feeling all right? What the fuck happened during the raid?
what's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Клементина, помнишь? Да, к тебе жуков подкладывал. Он сдохнет. He got bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. What about Doug? Не было времени на похороны, больше нет и не вернется. Хороший план. But won't come back. Because he was shot in the head. That's right. It's horrible. Yeah, it is. Как продолжать род человеческий? Мне кажется, в условиях зомби-апокалипсиса продолжать род человеческий очень неразумно и жестоко. Лучше вымереть. Мой брат чуть не умер однажды. Зачем рожать детей, чтобы их сожрали зомби? Ну, зачем такая жестокость? Когда-то. Осторожно, когда они убьют пацана. Котя тоже застрелился. Слушай, Лопас, это настоящий ты или нет? Если настоящий ты, я тебя забаню нахер. He pulls his bike up alongside the truck and jumps into the back and starts beating on him. He teaches all three of them a lesson, but the truck's still moving, you see. Just as he stands up to jump out, it zooms underneath a tree and a branch hits him square in the face and he goes flying out the back. Anyway, if he can live through that, I'm sure Duck can live through this. Так, ребята, нам нужно остановить игру. Так, останавливаем игру. Останавливаем игру, ребята. Сейчас, внимание, остановите фургон, остановите игру. Все вышли из фургона. И давайте решим, Лопас предатель или нет. Настоящий ли это Лопас? У меня пушка. Я забаню тебя, Лопас. Давай, признавайся. У тебя есть время, одна минута, пока ты не... Чтобы ты признался. Иначе я тебя забаню прямо в голову. Давай, Лопас, это ты или нет? Не перебивай меня, сука! Ну-ка, колись, колись, сука, я знаю, это ты! Никому бы не пришло в голову подписаться твоим именем просто так. Ладно, повезло тебе, собака. Блядь! А, что за хуйня? Твою ж мать! Это было очень стрёмно. Это было супер стрёмно. Вот дерьмо, да? Вот это было супер стрёмно. Хорош. Вот такая должна быть игра, ребят, понимаете? Вот такой должен быть хоррор. Именно такой. Кино с игровыми элементами, а не игра с киношными вставками маленькими. Перфекто. Да я не буду ничего отключать, ладно. Понятно, что это не Лопас, наверное. На всякий случай выкинем. Мне приснился дурной сон, давайте выкинем из фургона. Кусты не позволят никому подобраться незаметно? Ты сам себя слышишь, чувак? Эти кусты не позволят никому подобраться незаметно. Чего? Что? Что он хотел сказать вообще? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, маловато будет! Отключи донат алерт. Заебли спойлеры. You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind.
Так, что нам же сделать? Посмотреть на дверь вагона, трогать за задницу. Посмотреть на листовой металл. Да, действительно, дверь вагон, все верно. To outlets. Как outlets переводится? Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Что такое? Смотреть на вода. Это вода. Вроде не открыто, но берем. Точно не за половину Вови играл? За половину играл Вови, а что? Ну спрашиваешь, как ты догадался? Карты. Ну бери карту, чё. Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. В конце Гринч умрет. В конце своей жизни, видимо, Гринч умрет. Маловато будет. Повысь сумму доната, гном, чтобы, да? Если уж спойлеры, особо платили за это побольше. Тогда пострадают и невинные. Так, я вот из-за вас прослушал диалог и не понимаю, что мы ищем. Сейчас разберемся. Длинный пояс, мы же в поезд будем ходить. Там еще что-то можно было посмотреть. Да, мне тоже не нравится, что больше на хоррор, то симулятор бегает невидимые баки. Совершенно не атмосферно. Атмосферно, когда ты смотришь видеовставку, и там тебе снится, что девочка зомби. Уже это атмосфера, так атмосфера. Посмотреть на бампер. Это было тоже неплохо, кстати. Смотри, под ним что-то лежит. Крекеры. О, крекеры! Джошик! Джошик! Слишком громко. Ну пойдем вот так рукой убьем. Он надежно пристегнут. Так, как нам туда пробраться-то? Как же нам крикер забрать, ребята? Видимо, здесь может. Кажется, тут опция... А, вот. Давай ударим дверью. Может мне сесть с ним, нет? Блин, а? Что ж делать-то? Да тут, видишь, не отстегивается. А, нет, вот отстегивается. Я еще бундиры фигачу. Давай, дружок, на тебе. По щам. Еще давай, еще, еще. А это не громко, да? Пистолетом громко, а вот это было не громко. Мы нашли крикерочек. Джошик, у меня есть крикерочек, иди сюда. Так, теперь давай подумаем, как мы можем... Что мы можем сделать с тем, с машинистом. Да ты ж уже поднимался. Да поднимался же уже, чё ты?
Я тут подрабатываю еще процентщицы иногда, коли дету из Евдомина выигрывает, точка. Так вот, авторитетно заявляю, что всякие танволы пепер, или как там его, тварь дрожащая и права не имеет тут всем рассказывать, чем сериал закончится, точка. Я за такую Матвеевну в 98-й клюку и двинула. Она мне Санта-Барбару испоганила. Бабуля дело говорит. Бабуля у меня такая, ядреная, может клюкой двинуть. Ну, пойдем, пойдем. Старушка проценщица. Три может что-то быть. Да зомби-то может быть. Как ты назад? Ты что, с ума сошел? Смотри, это не переключатель. Ну да, переключатель. Давай еще раз. Может, с первого раза просто не завелось, как часто бывает на российском оборудовании. В советском нет. Okay. Не в этом дело. Зачем закрываешь? Так, ладно, посмотрим здесь. Смотри, инструменты. Что это, секатор или ключ? Ключ, по-моему. Тангенциркуль, боже, зачем здесь что? А, я могу только один инструмент иметь одновременно? Нам понадобится. Больше тут ничего, что ли, нет? Мне нравится вот это. Разводной ключ. Большой штангенциркуль. Жалко, не могу все взять. Был бы механиком крутым. Так, и здесь ничего. Что повисло? Здесь просто ничего нет. Тоже пусто. Так, ну ладно, либо нам с этим ключом нужно вернуться в первый ящик, либо пойти по башке дать машинисту. Shit. И не подбирайся тогда. Sitting in the chair. Волки. We got him. Она что-то охотится. Стреляет, ёпта. Suppose we gotta look him over. Yeah. А вдруг он живой? Выстрелим, всякий случай. Что, дурак, что ли? Похоже, он погиб. Страшно, корча. Christ. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? А вдруг мы поедем? Here, look. Что, дурак, вдруг мы поедем? It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Savannah, там где родители девочки. In the ocean and we don't have to give a shit. I can't believe it. Давай спросим, что с Даком. What about Doc? What about him? Can't act like nothing happened to him. We can't act like he's dead either. Okay, fair enough. Try to get this thing started. There's got to be some sort of manual or something. I don't know about that. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. We'll make sense of these controls. Че он такой хмурый, студентишка? Man, this could be exactly what we need. Bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Интересная семья. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Только они оборваны. Зачем в
как штука называется, ну, не кабина, наверное, или кабина. Вот, как называется в поезде вот эта херня? Кабина локомотива, не знаю. Зачем здесь инструкция по запуску двигателя карандашом? То есть без этой херни невозможно, что ли, завести поезд? Машинисты не могут. Подозрительно. Крутившийся обед. Ну, выглядит аппетитно. Не-не, погоди, мы еще не все осмотрели там. Вернись в кабину. Тамбур? Нет, тамбур не то. Тамбур это между вагонами. Использовать панель. Да чё, жми все подряд, пока методом тыка. Отличный научный метод. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kinda see the indentations from the writing. Так, хорошо. А, нам нужна девочка с ее карандашом, которая рисовала листики. Пойдем девочку искать. Девочка и карандаш. Как называется? Штриховка. Нужно огонь, чтобы выявить инструкцию. Как огонь? Мы сожжем, ты чё? Девочка, ты где? Давай пойдем посмотрим, что там. Или мы здесь были. Там были. Так, а где все? Где вообще девочка? Я с ней перетереть хочу. Про запуск поезда. Восьмилетняя девочка, что ты можешь сказать нам про запуск поезда? Что за туфта? Она ничего не может нам сказать. Где они находятся? Смотрит на листовой металл. Блин, а мы отсюда все равно не поедем, нас тут что-то передавило. Мы отсюда в любом случае не уедем. Так, ладно. Клементина. Я где сейчас? Это сейчас локомотив. Хьюстон, у нас проблема, мы заблудились. А, вот ты где, ё-моё. Во, видишь, карандаш или похожая в сумке? Видишь? Великаня туалетная бумага. Пойдем в фургоне искать. Это дверь фургона, сейчас скажет мой персонаж. Так, девочка сказала, здесь должно быть что-то. Девочка ж не могла соврать. Тут ничего не юзается. Смотреть на панель. Идет посмотреть на панель, не вижу. Вот. О, карандаш заостренный. Ну, берем. Интересно, зачем я взял
инструменте с собой, а? Видимо, сейчас по инструкции будем его использовать. You can read it now? Yeah. Should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Шесть, вниз, вниз. Чё? Что это дерьмо? Шесть, пять, девять, девять. Влево, вправо. Вот это да. Вот это, конечно. Такое ощущение, что я в какую-то старую игрушку на Денди играю. Так. Шесть, вниз, вниз. Вверх, 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 вниз. Вверх. 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 Вверх, вниз, вверх, да? Правильно? Сейчас проверим. Ой. Son of a bitch. Whatever you did, lit the dash up. Да, я такой. So far, so good. Я молодец. Эй, вернись. Как нам? Так, теперь. Так, так. Горизонтально, ой. Горизонтально, вертикально. Где эта фигня? А, пятерка нам нужна. Горизонтально. Now we're talking. Now we're talking. Ядрик, ты специалист. Лампочка загорелась, все. Now we're talking. 9 влево, 9 вправо. Ясно, девятка. Ну, ё-моё. Воу-воу-воу, чё-то повисла эта игра. Девять-девять-девять, где девятка? Не вижу девятки. Может, здесь где-то девятка? Я не ошибся, там ведь девятка, да? Девятка влево вправо. Хм. Да, либо водил, либо снаружи, видимо. Пойдем снаружи посмотрим. А, вот. Девятка. Влево-вправо. Ну, теперь вправо. Да, вправо. А, я понял. Так, инструментом для чего? У нас получилось. Да, у нас. Ладно, хрен с ним, с даком. Эта штука громкая, пора ехать. Это тормоз. Ага, надо теперь... А, с помощью инструмента мы вот эту херню отключим. Чувак, я тут все делаю, а ты чем занят? Почему я выполняю всю работу? Потому что я черный. Давай вместе, может, как-то, а? Я тут все разобрался, нашел инструкцию, сбегал за карандашом. Все это завел. Ты... У нас получилось! Вот какие мы с тобой молодцы. Прям удивляешься. Прям удивляешься, какой ты полезный. Нам нужен этот вагон? Наверное, нужен. Наверное, в нем мы будем жить. А может, и не нужен.
Так, все время с одной стороны, да? А я могу с другой стороны оказаться? Как не можешь? Можешь? Можешь и пойдешь. А с этой стороны можешь выйти? Не можешь. И сюда не можешь, да? Соответственно, поедем без вагона. Воду и печенье отдай, не отдам. Так, как бы нам отцепиться то? Ладно, пойду покормлю тебе печеньками, так и быть, уболтали. Эй, солнышко, ты в порядке? Эй, зомби, ты скоро нажрать начнешь? Да не хотят они есть что-то, ребята. Не хотят. А вот можно покормить. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. А воду кому отдадим? И воду им тоже отдадим. Ну давай, отдадим еще воду. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like... Somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't, but you're probably right. А, хорошо, нам нужно как-то все это разъединить. Разъединить все это как-то надо. Мы же взяли инструмент? Взяли. Может, мы не тот инструмент взяли? Я взял разводной ключ. Самый универсальный инструмент. Может быть, универсальный разводного ключа. Но здесь нет опции. Мы здесь можем пройти? Загадка во тьме. Никому не жалко Дака? Мне очень жалко Дака. Он хотя бы нормальный был, в отличие от истеричной тетки. Ну давай, выходи, ладно. Блин. Это не лазит туда-сюда. О, с другой стороны появились ноги. Раньше не было, или я не замечал. Строительство металла. Это гигантская туалетная бумага. Так, это все, что мы можем посмотреть на листовый металл, да? Нам нужно как-то там пролезть и отцепить, если мы хотим ехать с вагоном или не отцеплять. Ну вот, я с обеих сторон уже обошел. Ничего нету. Ничего здесь нет. Ну пойдем посмотрим, там где зомби в тачке. Идет со стороны. Стой. А мы там не пройдем, наверное.
не пройдем. Может, нужно поезд обойти и с этой стороны сюда подойти? Может, только на локомотиве подъедем без вагона? Да, это может быть. Здесь мы не можем пройти, значит, можем только обойти. Ладно, давай обойдем. Такая печальная музыка. «Прощаемся с Дагом» называется. Нажать. Мы ничего не нажмем. Здесь мы не пройдем. Все, засада. Со всех сторон обошли, со всех сторон посмотрели. О, ну чё, мужик, вылезай из кабины, я такой умный. Гений, точка, 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 замалчивать проблему, точка, 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 баба, то была права. Да, мы не собирались замалчивать проблему, она просто сразу выбрала одного и говорит, все, вот того, а почему он? А мне так кажется! Успокойся, давай разберемся, почему он? Мне кажется, это он, сука, у тебя минута, чтобы оправдаться. Вот что, баба, никому не нравится. Посидели бы, решили бы, кто предатель, все бы вычислили. Вот это другое дело, а то прям сразу стрелять. Да, это большая свалка, чувак. Давай к делу. К делу давай. Как нам отцепить вагон? Я не знаю. Лестница около тачки? А, блядь. Точно. С какой теперь стороны? Забыл, с какой стороны. Да, лестница около тачки, точно. Ты прав. Мою нападаван. Нет, мы в кабину попали. Меня куда-то не туда заманили, друзья. Вы меня предали. Какая там лестница или что? Там не было лестницы. По той лестнице только в кабину. Ой, умники. Где вы видите лестницу, ребята? Видите, она не юзабельна. Нет, со стороны этой. А, вот лестница точно. Смотри, а вы не такие тупые, как кажется, на первый взгляд. Ты что-то раньше не сходил. Да что, рукой давай. Давай рукой, нормально рукой. Ну покрепче просто возьмись. Ядрить ты лох. Разводным ключом давай, вытаскивай. Эй, Кенни, we're loose! Кенни не отвечает, ребята. Кенни что-то не отвечает. Что-то случилось. You touching my stuff? Охренеть. Кто ты? The guy who owns that stuff. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here. Кто там? Lazy Lion. Спасибо за подписку. You're still kind of freaking me out. Trained folk will do that. Already met everyone outside. They all warm to me right quick in direct sunlight. Это какой-то депрессивный. You met Chuck.
did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben, too. Главный вопрос. Давай, главный вопрос. Есть конфеты? Have candy. Boy, I got the last piece you got on me. Figures. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Это Кенни хотел убить, что ли? Осторожно, этот бомж тоже сдохнет, спасая Бена, который тоже сдохнет. Давай поговорим с Чаком. Эй, Чак. Эй, Чак. Как твоя фамилия, Собчак? Куда ты? You live around here? Georgia boy, you saw where I live. Ну ты один, Чак. Why not? Seem to be doing all right. Fine. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Клементайн. Маловато будет! Осторожно, сейчас Лалепас тоже сдохнет. Пусть хорошо, можем пойти пешком. Давайте хоть раз промолчим, посмотрим, что произойдет. Вот я ничего не жму. Руки вверх. Тупой негр какой-то. Слушай, а что будет, если вот всю игру не ответить ни на один вопрос? Вот играешь всю игру, ни один вопрос не ответить. Каждый раз такой... Пойти игру. Вот это будет огонь. Мне кажется, лучше прохождение. Я буду в кабине. Да ты тот еще машинист, Кенни. Все тут организовал, все включил, все запустил. Это газ, в смысле, тормоз, а это что? Пользует дроссель. Дроссель! Полный назад! Гаффеля Горделя, что-то топсель перетяжка! Паруса поднять! Полный что? А, да! Полный вперед! На сапсанчике поехали. Ой! Тут нужна клюшка для гольфа. Вот так едешь в поезде, видишь трупака. На ему клюшка для гольфа по башке. Так, гузики, прекрасно. Зомбики, трупики. Запомните, Слово «ходящий мертвец» и слово «смерть» для вас одно и то же. Нас было больше, да уж, мы справимся. Нас было больше, но мы лишних сожрали.
Yes. Oh, it's a shame. Lee. Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's... Did you get that off his face? My hands are full here. Да он сейчас жрать тебя начнет, слушай. Вытереть-то могу. Thank you. Could you just get that off his face, please? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Ну пойдем остановить поезд. Stop the train. Где тут кнопка тормоза? Вот же кнопка тормоза. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up. I got a real family I'm trying to protect, not that fucking sham you're running back there. Гад, акробатка. Так, ну что, мы ему врежем? Драться, не драться. Успокойся, чувак, успокойся. Calm down. Calm down after a day like today. Давай дракой. Beat up, I guess. Ой. Ой. А я напоминаю тем, кто забыл, что когда они убьют Дага, котя застрелится. Котя. You don't even have a child. You don't know what this is like. You fucker. Да, ладно, хорошо, мы дохай. You're not helping Clementine. You're not helping anybody. Так, я ему сейчас вломлю, он там охуел, что ли? Я тут все включил, а он мне рассказывает, кто тут кому помогает. Давай мы поговорим. Так. Надо запомнить, что в драке главное нажать куку Е. Вначале много раз Q, потом один раз Е. Все, отлично. Останови поезд, давай. Ты Фипсон уже останется все обсудить. О, господи, они убили Кенни! Сволочи! Кен, it's... I think it's time. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Маловато будет! Заткнулись псы. Сейчас всех забаню. Что вам нужно? Что надо? It's time to... This is not possible. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hon? I mean,
Jesus, this is our son. I know, but we know it's here or nothing. Fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No. Катя это сделает, Кенни это сделает, я это сделал. Я не хочу, пусть Катя. Я не буду делать. Я смогу. Катя should do it, Ken. She can handle it. Shut up, Lee. He's right. No, hon, stay with Lee. Your son loves you. And you should remember him as the silly boy we used to have. Not this. Я предлагаю положить пацана под поезд и переехать его. Будет нормально. Будет два полузомби. А можно положить его на большой камень? Взять не такой большой камень. Так поднять его так. Так. Вылез Кенни. Кенни. Катя позаботится о Даке. Нормально. Понимаешь, Дак поедет в деревню к бабушке. Ой, она убивает его. Нормально, она убивает его. Ну благо, конечно. Можно призыкнуться в поезда как трофей. God. This will never happen to you. Вот сейчас я солгал. You don't know that. Yes, I do. I'm gonna go get her. She's probably a mess. Ben, get Clementine on the train, all right? And keep your eyes open. Да, как безумно Макси тут же вперед привязать. Прикинь, привязать и, ну, не убивать. И вот он едешь на поезде на большой скорости, зомби очнулся, такой, ааа, мозги, и у тебя такое на переднем поезда. Любите детей? Конечно, люблю детей. Напоминает жену Станиса, да? Которая повесилась после того, как ее дочь сожгли. Катя! Так, а в пацаном что случилось? А он живой еще? Прикольно. Why, Cat? Honey. Oh, fucking God. Ну ладно, ладно, так и быть. Я сегодня добрый. Мне жаль. Я сегодня добрый. You said you could do it. She could. She just. Oh, fuck! Она просто, блядь. Да ничего, сейчас подорожник приложим, все будет окей. Не переживай. Кенни, все будет окей. Просто надо зеленкой помазать. Я предлагаю отвертка ее как-нибудь. Не, давай сам, не хочу убивать. Все-таки это мой помощник Робин. Как я могу убить сам? Предлагаю для экономии патронов сапогом его. Что-то Кенни не алё, да? Все будет хорошо. Все будет хорошо, стреляй. Притронулся к руке, он выстрелил. Воу.
Ну вот и все. Вот и нету Дака. Well met, да. Well played. I will hunt you down. Слушай, а сериал такой же суровый? Маловато будет. Катя добилась. Летал, пропустила и сама на СССР. Сериал не такой суровый, но отлично. Чак, ну чё, охуел, что ли? Эй, Чак, ты чё? Я тебя сейчас с поезда спущу. Слышь, пёс, я тебе хату разнесу. Так, ну-ка. I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow that y'all keep going on like this and that girl ain't... Маловато будет! Как говорит охотник, я прохочу тебя вниз. Гномич разу. Чразу, да. Мы найдем лодку и на лодке поплывем через океан. Ну, про лодку задвинь. Лодка это нормально звучит. Чаку это не понравилось. Ну, охуеть, Чак. Чаку это не понравилось. Я не парикмахер. Самое главное о важном говорить. You got her running around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. Okay. Explain to her how they work and not to be afraid. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. Seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. It's something. Так, ладно, пойдем стричь девочку. Бен. Да, дверь. Так, где сумка бомжа? Сумка бомжа. Вон сумка бомжа. Мы раньше не взяли. Нормальные ножнички. Так. Снимай кепку. Did you talk to him? I did. He had some, he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay, yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay, what should we do? Well, в первую очередь убивать белобрысых очкариков худощавого телосложения, нет, еще. Ума сошел. Teach you how to protect yourself and tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. А еще, чтобы тебя было труднее схватить, мы тебя намажем маслом. Like hiding or running away? Got it. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. Во-первых, не стой на краю вагона открытого. Да, во-первых. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay.
Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? Не, лучше на выдохе, кстати, стрелять. Steady, okay? I'll give it a quick yank or pull. Steady. I can do that. Every time. It'll be tough, but just remember to do that. You'll hit what you're aiming at. Okay, I'm ready. Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly, and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. Eee! You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. Okay, aim a little bit more to the left. Маловато будет! Где спойлеры? Okay, a little higher. О! Какой мастер. Excellent. Good shot. Давай, теперь, пока он не отошел, в него спину выстрелим. A little bit more to the left. Aim a little higher. There you go. Nice. Yeah, you did. Good job. Маловато будет. Трюгер, нет, еще нет. Бомж еще не сдох. They're not walkers, though. No, far from it. Да, бутылочки не ходячие. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Так, ну хорошо. Пора ее порезать. В смысле, подрезать. Not gonna like this. Oh no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Cause it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Давай пострижем. Do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Do you know how to do this? Конечно, конечно. Yeah, of course. Конечно, я мастер стрижки. Ничего не так плохо получается. Means you know when someone's lying to you, which is another valuable survival skill. Я что-то вернулись волосы. Мы же их отстригли. Yeah. You could have just told me. I wouldn't have been afraid of you or anything. I'm sorry. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Ты права. You're right. Before all of this, I was sent to jail, you know? Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Okay. All the time. I think I'm about done. I can probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah. Lily gave them to me for sleeping. There. All set. Does it look dumb? No, you look cute. And a lot harder to grab.
Так. Окей. Посмотреть на пятно крови. Hey, Ben. Hey. Doug спас твою жизнь? А как Doug спас твою жизнь? Не помню. Doug saved your life, you know. I know. I don't know if I can go on like this, man. Well, you're gonna. That's just the way it is. Так, ну ладно. Yeah. Так, нам еще нужна карта. Я не собираюсь с тобой тусоваться. Морозил, что ли, пес? Want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. Чувак, дай сюда карты. Get out of here. Так, Эдик мне не нравится. Yeah. Still want to get a boat? It's still the best plan. Ken. It's the best plan. А ну пойду, пойдем с этим, с бомжом поговорим, может он цвет какой даст. Где здесь выход у вас? Well, the girl can shoot. It doesn't have to be pretty. Probably will be before too long. Where are you headed? That way. I mean, when we get to Savannah. Got a few ideas. We'll have a talk when we get there. About whether or not you folks want company. Be safe over here. Да, здесь тоже ничего интересного. Слышь, Педик, дай карты сюда. Are there any maps up here? I don't know. I just want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. Павший с небес меня обманул. Сказал, что мы сможем поговорить про карты. Are there any maps up here? I don't know. I just обманщик, павший с небес. Плохой, павший с небес. Бесполезный, я бы сказал. I wanted to talk to you about keeping my pass from you all. Doesn't matter a lick to me. Fuck. Just gotta move forward. Так, ладно. У меня есть идея. Есть у меня идея, друзья. Я помню, была какая-то... Нет, стой, 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 нет, не ходи так быстро, я хочу... А, тут теперь нельзя нажать на кнопки. Так. Посмотри, на карты не бери. Ну, посмотрел. Ну и чё, посмотрел. Видишь, ничего не произошло. Давай заебем. Давай просто упорством заебем его. I really wish you'd just leave me alone. Упертый дебил. Ладно, давай поезд остановим туда. Не, это дверь. Тут про, про выпивку интересно. Точно, берем бухло. Бухлишко берем. Бухлишка решает все вопросы. Ключом? Да, ключом я бы ему дал, конечно. Слушай, я бы так прокатился на самом деле впереди вагона.
Не зимой, конечно. Нет, нет, спасибо. Я не пью. Не пью, а с Чаком. Кем попал, не пью. Так, ну ладно, ладно, полегче. Anybody in there want to share a drink, you let them know. Will do. Так. Кенни, иди бухни. Chuck wanted to know if you needed a drink. He's got some. Yeah. It was me. Huh? I was the one giving the bandits supplies. Предатель. Опа. Менты. It's all my fault. Зачем ты это сделал? Why the hell would you do this? They said they had my friend, that he was with them. By the time I realized they didn't, it was too late. They said they'd kill me. Kill all of us. I'm sorry, Lee. Прикольненько. Hey, Clint. Вот это поворот, да. Gonna do when we get there. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. The thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. Нам следует поискать их родителей, нам нужна помощь с поисками лодки, нам стоит идти своей дорогой. Нет, своей дорогой. Лодкой родить — это плохой план. What about the boat? What about Ben? You'll be fine. Okay. Да, карась, большую часть буду понимать. My parents when we get there, before we go? Да, где будем искать? I can remember where they were staying. Let's figure that out on the map, but then we're getting out of town. We have to stay moving. Yes, they can come with us, right? Yes. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. And unless Savannah is somehow walker free, we know we want to stay out of town. Are we going to have to live in the woods? You don't like the woods? I don't like the woods. Oh, what I think we should do, after we look for your mom and dad, is head north. Keeping water, the ocean on our right side. So we can't get surprised by walkers. Exactly. I like the beach. Good. Now we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the Нет, ты знаешь, Юль, перевод довольно близкий. Может, не совсем дословно, но перевод хороший. So we'll head there. Yes. You think we have a good plan? I think it's very good. Can I tell my parents? You know. Давай разговаривай, ладно. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far. Oh shit! Hold on, everybody!
Что там, конец пути? Палево. Как он еще не отвалился? Maybe we could walk. That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Не, мы дружелюбные. Put your head down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Чё-то подозрительно, подозрительно. Ну пойдем, ладно, пойдем. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Krista. What's the deal with the train? We're driving it. Oh, man. Не, ну давай возьмем команду, чё, вроде нормально. We could use some able bodies, and yeah, we really need some help. What's in it? Oh shit! God damn, you guys have a kid! What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Well, this is great! See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Давай, протерем сразу раз. Ну, я, короче, крутой нигер-убийца. First day all of this happened, I was actually incarcerated. Sick. Do you have any prison tats? I didn't make it that far. And everybody down there, they're cool? Я потерял божьим ребенком, был молодой глупый, Чаком так историю. Ну, в общем, все это правда. Давай про Чака. We just met Chuck, but he seems like an alright guy. You always have to worry about new people. I used to love meeting new people. That must have been a long time ago. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. We can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Так, нужно опустить цистерну, да? Пробуем. There's no way I'm pulling anything apart down there. There's no way I'm pulling anything apart down there. This thing is mangled to hell. No releasing it. No nothing. It's empty. Что? Отличный набор. Отличный. Ну, есть желтая изолента, по крайней мере. Аварийные значки и знаки стоп. Действительно. Не очень крутой набор МЧС. Empty. That's what I figured. Так, хорошо, мы взяли изоленту. С помощью изоленты можно все что угодно сделать. Жизнь налаживается. Пойдем внизу посмотрим. Да отвалить, дай пройти.
Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes? Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we're not looking for charity. These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. I don't know what it is, but I could tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Бомж на гитаре играет. Хиппи какой-то. Проклятый хиппи. Ненавижу хиппи. Они ничего не делают, они только курят и играют на гитарах. И сидят у костра. Эрик Картман быстро бы поставил их на место. I don't know what that does yet. Don't touch it. I said don't touch it, jackass. Talk to you later. Я пойду на вокзал. Некогда мне тут с вами болтать, друзья. Ну, пойдем на вокзал. Может, найдем что-нибудь полезное. Так, а где вокзал-то? Вокзал. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Я, кстати, предзаказал четвертый Fallout. Survivors Inside. Смотри, Survivors Inside. Выжившие внутри, ребята. Это вам не просто так. Эвертон Шульц. Фанселер Дубини. Это что за марки, не понимаю. Реклама, что ли? Да, это реклама. Пойдем внутрь, попадем как-нибудь. Не входить. По-русски, смотри. О, вот это локализация, это я понимаю. Вот это локализация. Не входить, видишь? Нарушители будут наказаны. Ну, пусть нас накажут. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Ну пойдем обойдем. Может через окно пролезем. Вон, нашли. Погрузчик. Так может мы его починим? Нет, все, даже посмотреть уже нельзя на погрузчик. Грузчик, погрузчик, сос. Ну вот я пришла. Опа. Окно. Да, я как раз подумал, что девчонку там уже просунуть. Давай, пролезай. Смотри, можно полапать девчонку. Ну, это слишком. Слишком мерзко. Правильно, суем ее голову туда, пусть ей прострелят голову. Что ты видишь? Figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Well, I'll be damned. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Thank you.
Отправка и получение. Прикольно. Странно, а почему ты озвучки русские нет из такой классной локализации? Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Надо подпереть дверь. Смотри, время-то истекает. Где он там, я не понял. Я не понял. Интересно, а если бы мы дали полосе дойти, что бы случилось? Нас бы напали? Да, должно быть что-то полезное. Травища. Консервы. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. They didn't have much business back then. There are keys over there. For the gate? I hope so. Ну, ключ, конечно же, внутри. Где ему еще быть? Как же нам его взять-то? Давай девочку просунем. Ладно, пойдем искать что-нибудь длинное. Я слышал... Ладно. Так, как бы нам раздобыть ключ, ребята? Там же что-нибудь длинное. Длинное и узкое. А, нам нужно взять палку, ей забрать, а потом снова подпереть. It's too dark otherwise. Бери ключ, дебил. Интересно, а что будет? Давайте просто посмотрим. Не, мы вышли случайно. Смотри, вот мы заходим. Что произойдет, если я не подопру дверь за отведенное время? Вот у нас сейчас время ограничено, погодите. Да погоди подпирать. Ё-моё, уже не вернуться, наверное, да? Ну, значит, не ключом, наверное, нужно это сделать. Или ключом. Здесь так много кружочков. How we doing? Ну как ты? What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Так, может быть, снаружи мы что-нибудь найдем. О, вот. А, вон мы сейчас снова девочку просунем. There's some space up there. Какая полезная девочка. Очень полезная девочка. Давай. Вообще надо вот так вот прям кидать. Ой, кажется, она что-то увидела. Ой-ой-ой. Ой, сейчас девочка будет стрелять, смотри-ка, девочка будет стрелять. Нам нужно взять ключ, да? Так, а что я так сделал? Ой. Пешочки, отлично. Я думал, мне нужны мозги. Давай быстрее. Ой-ой-ой. Так, а что я не так-то сделал, когда оборонялся? Это же нормально дело. Нажмите вы, чтобы уйти. А, в этом смысле. Ну я же нажимаю, вы. Давай, 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 давай. Да, блядь, что за дерьмо? Эй, эй, воу, я все делал строго по инструкции. Что за дерьмо?
Девочка, пора стрелять. Пора стрелять, честно, пионерская. Я тебя для чего учил? Я тут кукуе, конечно, нажму тебе. Блин, самому придется. Слушай, пистолет отлетел девочке. Я для чего проводил ей уроки по стрельбе? А, сыкунишка. It's okay, it's okay. Everything's fine. Нет, смотри. А, вот. Я не могу защитить, ей надо стрелять. Keys, now! Да какие ключи? Стреляй! God damn it, it's locked! У меня, блядь, слушай, мышка так ужасно ездит, вы не представляете. Вы не представляете, как она плохо слушается курсора. Это что-то невероятное просто. Она просто ужасно ездит за курсором. It's okay, it's okay. Everything's fine. God damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Нормально прошло, всех зомби перебили, все в порядке, ничего не так-то. Берем лампу, идем обратно. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Ну типа того. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? Ну, сожрали бы нас, а что? That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. We're still alive. А все окей, не ссы. Я нормальный негр. Пить меньше надо. Руки трясутся у тебя. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. No. You just have to learn to pull the trigger. It's so hard. Don't think. Just do it. Live with what happens. I'll try. Стой, а лампа-то где? Мы взяли лампу? Или я в карман положил? Почему я не несу в руках лампу? Ну ладно, авось все в порядке. Вот, в инвентаре лежит, ребята. В кармане, видимо. Или девочке дал нести. Не, ну такие умники в чате. Ничего-ничего. Посмотрю, как вы начнете стримить. Покажите скиллуху. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Там наркоман на гитаре играет. Нас там чуть зомби не сожрали, он сидит на гитаре играет. Говорит, мы команда, мы часть команды. Двое пашут, семеро руками машут. Отлично. Ну, у нас же есть изолента. Ты решил всю игру за сегодня пройти? А, нет, сейчас 3 пройдем эпизода и 2 в другой день, скорее всего, послезавтра.
Так, у нас там где-то изолента была, да, мы же взяли изоленту. Так, надо предупредить, чтобы все отошли, то что бабахнется цистерна с топливом. И внизу всех взорвет, и вверху всех взорвет. Ой, отваливай. Так, когда она обрушится, как мы его берем? Грузовик-то здесь. Алекс, давай, крути педали. Не можешь дотянуться? Очень тебя жалко. Так, не можешь дотянуться. Что делать? Карантин. Ограниченный доступ. Внутрь нельзя. Курок, ну да, курок это вот эта вот часть вверху, а спусковой крючок, ну что-то по привычке все называют курком. Далеко от края. На лестнице надо как-то. Можем подпрыгнуть. Да, неплохо будет. Так, а какой план, когда мы срежем? Она просто упадет и все, будет здесь лежать. Сейчас помочь. Давай попробуем. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. Какой план? Главное, не он меня держит, а я его держу. Там внизу девочка маленькая, женщина сидят. Не лучше ли отойти? Ой-ой-ой. Ой, нужно поторапливаться. Ой, поторапливаться надо. Аем! Я не готов, наш не упал, ты чё? Прямо на девочку, давай! Ох, сейчас это подожжем, отлично будет. Ну давай, 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 крути педали! Ну чё, прыгай, чё делать, да? Прыгать же. Ага, понятно. Прыгаем на поезд. No. Прыгай, давай, толкнуть его. You stay here and we'll go with your lady. The hell you will. Блять, неловко так. Что такое-то неуклюжий, друг? Как зомби бежит, лол. Ну подожди ты эту херотень. Так, что, влево, вправо? Чё мы жмём-то? А, мы типа не можем опять обоих спасти? Ну это... Давай, вылезай. Почему мы не выстрелим в бензин? Давай. That was a lot.
them. Are you hurt? No. We're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Так и не подожгли всех их зомбаков. Ну что за отстой? Прикинь, как круто можно было, да? Там еще паялку можно было прокинуть, да? Ну что ж, молчали. А, так мы едем на восточное побережье, думал, что-то наоборот, на западное. We're going our own way, Clementine and me. What the fuck does that mean? I just think it's time she and I parted ways with you. Omid and Krista can make their own call. Huh. I'm sorry. We made a plan. We talked it through. Не ссы, Кенни, все будет в порядке. Не грусти. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. Охренеть. I thought that fucking thing was broken. So did I. Охренеть. What the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents... Y'all might want to rethink your plan. Там, по-моему, какой-то людоед просто хочет получить Клементину и сожрать ее. We're almost at the river. You wanna get on a boat? You wanna wait around till the walkers figure out we're here? We can still leave, Clem. Just you and me. But Savannah's more dangerous than I thought. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Какой-то ниндзя. Да, педофил на другом конце провода. Фух. Так, ну ладно, без 15.2, пора заканчивать. Прошли мы 3 эпизода из 5. Вы убили девушку на улице, вы 59% игроков не убивали ее. Вы бросили Лили. Да, бросили. Лили это кто? А, я понял, да. Вы дрались с Кенни. Ну да, подрались. Вы пристрелили Дака. Так, мудак. А, парень. Нет, не пристрелил. Остальные пристрелили. Да, в общем, в меньшинстве. Ладно, ребята, мы прошли 3 эпизода. Скорее всего, 2 оставшихся буду проходить в четверг. И если нет, то я напишу вам, если буду и когда буду. Вот, на сегодня мы заканчиваем. Я вот это все залью на YouTube. Следующий стрим завтра. Завтра у нас Хардстоун. Стараюсь включить. Хотя пораньше вряд ли смогу завтра строить. Дел много. В общем, ребят, спасибо всем, что смотрели. Да, мы убили Кенни. Всем до завтра. Всем пока. Спокойной ночи.